Сейчас как раз песня, которая вот прям совсем-совсем свежачок. Писала в поезде по пути с Грушинского фестиваля. Вот такие печальные мысли навеяло меня это действо. Плацкарт битком, мышиная возня. Скорей домой, чтоб выспаться и сдаться. Я убавляю звук внутри себя. Чехол не помещается на полку. Сосед брюзжит без умолку и толку. Срываюсь, без конца теряю нить. Я думаю, как дальше буду жить. Часы спешат и сдавливают кисть. Мне люди говорят, что наша жизнь не больше, чем после какого-то такого большого успеха выходишь с гитары, уходишь с горы, садишься на маршрутку с этого самого какого-то там километра, а маршрутка не едет, потому что не набирается нужное количество народу, и ты понимаешь, ты спускаешься вот оттуда с той гитарой на обычную землю, у тебя там один рюкзак, другой рюкзак, гитара, ты это все тащишь на себе и понимаешь, что ну вот, постояла, а дальше ты такой же, как и прежде, только вот с какой-то, с каким-то, может быть, запасом высоты.